продолжаю, извиняюсь. Продолжаю снимать. Ну вот так выглядит. Осталась одна рамка и вот такую банановую ящик я израсходовал был рамки. Зайду с этой стороны. О, атакирует меня. Вот здесь вот так выглядят мои. Здесь я поставил, были многие такие старые рамки, занесенные напрочь, и я их оставил внизу и надеюсь, что пчелы мне это наверх подымут. Вот. Чтобы они опустошили эти рамки, черные я их хочу на перетопку потом. Ну вот здесь вот так выглядит. Можно литок открыть. Вот так. Здесь активно работает. Вот в этот мод корпусе два эти я соединил, две семьи от проекта пришлось. И вот пришлось на 12 рамок его делать. Вот, короче, 3,5 корпуса пчелы сейчас в нем. Здесь то же самое. Здесь можно немножко приоткрыть литок. Я не знаю почему дощечка стоит, но им это не потеха, они работают. Вот так, здесь поставил тоже корпус наверх. Вот, и здесь вот так выглядит. Вот здесь тоже вот так могут летать. Поставил между этими рамками, поставил пустые рамки, чтобы они отстраивали. Вот. Вот там сзади стоят козлики. Хочу вот здесь еще сделать. Три мне нужно поставить будет. Здесь хороший отводочек работает. А здесь потерь была. Или рой ушел был, или матка потерялась. Ну вот так. Немножко они бздят. Я не знаю, что с ним сделать. Ну вот так выглядит. Но сейчас укусит меня. Ужалит. Вот. Ну, улетайте. Вот так выглядит. Пчелы летают. И если смотреть на поля, они вот туда вниз летают. И вот в ту сторону. И вот там вот. Вон за тем полем, за теми колесами сена. Там какое-то поле, сирень какая-то. Цветочки растут, цветут. Вот они оттуда вот что-то носят. Ну и также можно сказать, летают вот туда взад. Акация процвела, что это может быть, не знаю. На этом все. Всем подписчикам привет. Желаю дальше хорошей погоды, хорошего взятка всем. До свидания.